Русалка Ариэль отвечает у доски. О нет, только не пожарная сигнализация. А вот и хвост. Как впечатлить одноклассников? Магии русалки. Невероятно. Никто даже не взглянул. Все из-за этой единорожки. Давай, давай! Что за шум? Я могу достать языком до носа. Правда? Давай, давай. Получится или нет? И у нее получилось! Ура! Ты лучше! И что тут такого выдающегося? Не понимаю. Почему единорожка так популярна? Я должна разгадать ее секрет. А может, дело во внешнем виде? Идея. Эту футболку невозможно не заметить. К футболке приклеиваем трафарет в форме ракушек. Вкладываем внутрь картонную подложку. Окрашиваем краской для ткани. После высыхания наносим текстильный клей. Посыпаем глиттером. Убираем трафарет. Дэйв, обрати, наконец, внимание на меня. Ай! Да, впечатляет. Подвинься, мне не видно. Пародия единорожки на учителя показалась Дэйву намного интереснее, чем футболка Ариэль. Ева, это было последнее предупреждение. Я хочу увидеть твоего отца. Позвони ему немедленно. Это невозможно. Мой телефон не работает. Я помогу. Моя волшебная песня может призвать кого угодно. Ты что делаешь? Вот спасибо. А вот и папа. Была рада помочь. У Евы большие проблемы с успеваемостью. Безобразие! Ты под домашним арестом. Упс. Зря я предложила помощь. Кажется, это самый скучный урок в мире. Я беру учителя на себя. Вперед, единорожка. Еще бы. Волшебная пыльца единорога усыпляет моментально. Сладких снов. Ребята, уходим. Ариэль, поспешим. Бегу. Правда, с хвостом это не так уж просто. Вы куда собрались? Урок еще не закончился. Возвращайтесь за парты. Да уж, мои шансы стать популярной заметно уменьшились. Это был просто ужасный день. Нужно как-то себя развлечь. Как красиво. Эта инстамаска не очень идет. Бау, мой хвост, он превратился в ноги. Ой, о нет, только не прыщ. Нужно его замаскировать. И мой обруч вполне подойдет. К обручу приклеиваем рог, ушки из глиттерного фоамирана, искусственные цветочки и цветные трессы. Всем привет! Это что, рог единорога? Ариэль, можно я немного поправлю твой обруч? Он съехал на лоб. Нет-нет, что ты наделала? Единорожка вечно все портит. Дурацкий прыщ. Я от тебя избавлюсь. О-оу. На месте прыща вырос рог. Неожиданно. Это кулинарный поединок. И мы начинаем. Я приготовлю свой фирменный бургер. Бургер, как банально. А я воспользуюсь магией. Идеальный срез булочки и помидорчик. Главная концентрация. Котлетка по рецепту самого Спанч Боба. Волшебство начинается. Сырочек. Магия океана, не подведи. Идеальный бургер готов. Готово. Осталось только украсить. 150 грамм сахара, 2 яйца, 150 грамм йогурта и 50 грамм растительного масла. Соединяем. Взбиваем. Добавляем щепотку ванилина, 200 грамм муки и 1 чайную ложку разрыхлителя. Взбиваем.
Выпекаем 25-30 минут при 180 градусах. Даем остыть и наносим крем и кондитерские украшения. Время вышло, и судья готов вынести решение. Не терпится попробовать. Бургер неинтересно. Никогда не видела такой красивый кекс. Фу, на вкус как водоросли. Где бургер? Невероятно вкусно. Единорожка счастлива. То, что приготовлено с любовью, всегда вкусно. Да что они понимают в кулинарии? Как же я устала. Скорее бы заснуть. Странно. Кровать стала ужасно неудобной. Попробую лечь иначе. Лучше не стало. Никак не получается уснуть. Может, дело в роге? Нужно успокоить ум. Бесполезно. Дурацкий рог. О, а стоя в сон так и клонит. Неудивительно. Ведь единороги спят стоя. Ариэль хочет поговорить по телефону, но магия единорога ей еще не подвластна. Что с моим телефоном? Ничего не понимаю. Этот рог снова за свое. О, мой телефончик вернулся. С моим любимым чехлом. Распечатку с изображением радужной чешуи помещаем под прозрачный чехол. Аккуратно вырезаем отверстие для камеры. Алло? Сегодня Ариэль выступает с докладом у доски. Мой магнит для доски принесет мне удачу. Кусочек зубочистки клеим на голову игрушечной лошадки, формируя рог. На бок крепим магнит. Покрываем аэрозольной краской. Интересно, моя магия подействует на магнит единорог? Получилось! Как видно из доклада... А где он? Продолжим. Снова? Теперь точно не упадет. Это все она! Хочет испортить мой доклад. Ариэль, твой доклад на месте. Почему ей все сходит с рук? Я тут ни при чем. Класс пишет тест. О нет, я ошиблась. Ариэль, есть корректор? У меня нет, но есть у единорожки. Спасибо. Корректор облепливаем воздушным пластилином. Придаем форму рога единорожке. Даем пластилину застыть и грунтуем. После высыхания окрашиваем золотой цвет. Какой необычный! Что? Как это получилось? Нужно убрать это, пока учитель не заметил. Что за шутки, Ева? Это двойка! Но волшебный корректор превратил двойку в самый высокий балл. Это не я. Безобразие. Для тебя тест окончен. Вот это помогла. Прости, я не хотела. Ай! У Ариэль есть любимый блокнот для хранения секретов. Блокнот окрашиваем в белый цвет. Из фоамирана вырезаем полоски в виде чешуи. Склеиваем и формируем хвост русалки. Покрываем зеленым перламутром. Из переливающегося фоамирана вырезаем плавник. Соединяем детали, приклеиваем кнопку. Блокнот украшаем волной из фоамирана. Добавляем застежку хвост. Какой необычный блокнот. Интересно, что там за секреты хранятся? Ай! Он дерется! Но я все равно тебя открою. Попался! От меня не уйдешь! Ай! Зачем же столько воды? Что? Русалка и единорог вместе? Ариэль просто хочет дружить? Теперь мне все ясно. Единорожка решила подражать русалочке, чтобы показать свою дружбу. Как тебе мой хвост? Серьезно? Ты наколдовала себе хвост? Конечно. У тебя рог единорожки, а у меня хвост русалки. Как у лучших подружек. Я согласна. Русалки, единороги. Главное, всегда оставаться собой. Понравилось наше видео? Тогда напиши в комментариях, кто понравился тебе больше, единорожка или русалка. И не забудь поставить лайк этому видео, подписаться на наш канал
и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые веселые видео на канале Трум-Трум.